بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهديه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Меня зовут Абдуллах ибн Аляуддин, Абу Мухаммад. И сегодня мы, согласовавшись с братьями, начинаем ряд уроков, посвященных правильному пониманию ислама и его основ. С помощью Всевышнего Аллаха мы будем говорить о том, как осознанно прийти к признанию Аллаха, единого Творца всего сущего, дающего пропитание всему сущему, единственным заслуживающим поклонения. В цикле этих уроков мы поговорим о прекрасных именах Аллаха, его сифатах и атрибутах, свете Кур'ана и достоверной Сунны. Пусть каждый из нас задумается, для чего Аллах наделил нас разумом и как нам его правильно использовать. Как мы должны думать об Аллахе и как не должны думать? Кто такие ангелы и каковы убеждения мусульманина по отношению к ним? Кто такие пророки и для чего они были посланы к людям? Как будут протекать события судного дня? Что приводит человека к искреннему страху перед Аллахом, толкающим его к оставлению дурных поступков и совершению благих дел? Неужели Господь, который сотворил нас, обязал нас чем-то невозможным, чтобы потом подвергнуть нас наказанию огнем, которого мы больше всего боимся? Ведь Он сообщил нам цель нашего сотворения, сказав в Коране: «Вама халакту джинна валь инса илля лиябудун». «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». А в другом аяте Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Юриду Аллаху бикум аль-юсра, ва ля юриду бикум аль-усра». Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Насколько важно для мусульманина правильное понимание своей религии и усвоение акиды? Часть этих вопросов мы рассмотрим на этом уроке, а остальную часть в наших последующих уроках, иншааллах. Что такое акида и какое она имеет значение в жизни человека? Мы все знаем, что люди отличаются друг от друга своими принципами, убеждениями, целями и интересами. У жителей некоторых стран эти взгляды формируются по мере их обучения в так называемом садике, где с ранних лет кристально чистые сердца детей отравляют грязными языческими обрядами празднования Нового года с ритуальным обхождением елки и верой в Деда Мороза, якобы исполняющего все желания. Упаси нас Аллах от такого заблуждения. Затем эти убеждения крепнут в школе, где вдобавок этим языческим обрядам учат лживой и необоснованной теории Дарвина, отрицающей существование Аллаха как единого Творца и Владыки. Затем эти убеждения крепнут в техникуме, университете и так далее. Такие системы просвещения предназначены для внедрения ложных ценностей и учений своим абитуриентам. То есть таких учений, как дарвинизм, материализм, атеизм, философия и так далее. Они предназначены для того, чтобы заглушить ту фитру, тот инстинкт человека, который вложил в его сердце сам Господь, а именно инстинкт признания Аллаха единым Творцом и единственным заслуживающим поклонения. Чем больше человек изучает и принимает такие взгляды в этих учреждениях, тем сильнее они крепнут в нем и становятся частью его жизни. Приняв всем сердцем, он живет по этим принципам и оценивает окружающий мир мерками этих мировоззрений. И вот эта основа его взглядов называется убеждениями со всеми вытекающими из этого пагубными последствиями. В данном случае это испорченные, неправильные убеждения, разнящиеся с религией Аллаха, противоречащие религии Аллаха. Поэтому они называются «Аль-Акида Туль-Фасида» — испорченная акида, испорченные убеждения.
Такие убеждения ни к чему хорошему не приводят, потому что они отвращают человека от религии Аллаха. Потому что ему с детства внушали любовь подобным языческим обрядам и атеистическим убеждениям. Он принял их всем сердцем, привык к ним и не хочет расставаться с ними. Поэтому он может отвергнуть религию Аллаха, когда ему предложат ее. А тому, кто отвернулся от религии Аллаха, уготовано мрачное будущее. Всевышний Аллах сказал: «Ваман аарада ан дикри, фа инна лаху маишатан данка». А кто отвернулся от моего напоминания, от религии Аллаха, от Кур'ана, того ожидает тяжкая жизнь, глубокое несчастье, неудовлетворенность. Даже если он будет богат, сколько миллионеров покончили жизнь самоубийством? А некоторые растолковали это как мучение загробной жизни. А дальше Аллах Субхана ва Тааля говорит: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. И мы воскресим его в судный день слепым. Упаси нас Аллах от этого. Однако в жизни человека, стремящегося к истине, могут произойти изменения. Как сказал Всевышний Аллах: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Кого Аллах желает наставить на прямой путь, раскрывает его сердце, раскрывает его грудь для ислама. После знакомства с исламом рушится его прежнее убеждение под тяжестью той неоспоримой истины, которую он узнал. Он обнаруживает, что именно поклонение одному Аллаху является той непреложной истиной, ради которой должен жить человек. Именно в исламе человек обретает душевное спокойствие, являющееся результатом подчинения человеком своей воле, воле Всевышнего Аллаха. И вот, обретя это спокойствие, человек не желает расставаться с ним, что приводит к коренным изменениям в личности этого человека. Меняется в лучшую сторону его характер, манера общения, отношение к обществу, жизненные интересы. И этот человек становится совсем другим. Нет никаких сомнений в том, что источники для построения убеждений человека должны быть на пределе достоверности и доверенности. Ведь вопрос стоит о нашем будущем. Следовательно, мы должны искать для построения нашего будущего, для благополучия нашего будущего, надежную опору и защиту. Итак, мы теперь говорим об источнике наших мировоззрений. Если мы искренне в своем стремлении спасения себя, то будет совершенно благоразумным принятие того руководства, которое предназначено для этого. Всевышний Аллах сказал в суре Аль-Бакара: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم с именем Аллаха милостивого милосердного ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Эта книга, в которой нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Которые веруют в сокровенное и выстаивают молитвы и расходуют из того, чем мы их наделили. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Которые веруют в то, что ниспослано тебе, и в то, что ниспослано до тебя. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. И они убеждены в истинности последней жизни. أُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Они следуют верному руководству своего Господа, и именно они являются преуспевшими. Значит, основа для правильных убеждений – Кур'ан, являющийся книгой Господа миров, книгой, призывающей к следованию, признанию и следованию за последним пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям. Мухаммадун Расулюллах, сказал Всевышний Аллах. Мухаммад – посланник Аллаха. А в другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Вама атакуму расулю фахузуху, вама нахакум анху фантаху». Берите же то, что вам дал посланник Аллаха. Берите же то, что вам дал посланник. И оставьте, сторонитесь того, что он запретил вам. «Фаттаку Аллаха, инна Аллаха шадиду лякаб». И бойтесь Аллаха.
Ведь Аллах суров в наказании. И когда убеждения человека будут соответствовать тому, с чем пришел пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, то это будет называться «Аль-Акидату Сахиха», то есть правильная акида, правильное убеждение. Наши праведные предшественники называли науку акиды также другими названиями. Например, «Фикуль-Акбар», «Ас-Сунна». То есть они тем самым подчеркивали важность изучения этой науки. Давайте же рассмотрим поглубже, что представляет собой акида. Акида – это убеждение, которое требует от нас Аллах. Это убеждение истины, на которое указывают аяты и достоверные хадисы посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, а также единогласное мнение сподвижников посланника Аллаха, ради Аллаху анхум аджмаин. И наше поклонение заключается в том, чтобы наше сердце выполняло возложенную на нее обязанность, а именно крепкая вера в эти истины. К этим убеждениям, в дальнейшем мы их будем просто называть акида, выращивается любовь в сердце и преданность. Они растут и крепнут в нем так, что он начинает смотреть на мир сквозь призму этих аятов и хадисов и жить в соответствии с ними, нисколько не сомневаясь в их истинности. И в арабском языке в смысле слова «акида» имеется понятие твердости и незыблемости. Итак, мы пришли к тому, что вероубеждения мусульманина заключаются в двух элементах. Первый – это безупречные истины, на которые указывают аяты и достоверные хадисы посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И второе – важность принятия этих истин всем сердцем и укрепление их в нем. Любовь к этим взглядам и ревность к ним, решительность и стойкость в этих убеждениях. Эти убеждения включают в себя ряд понятий. Наши убеждения относительно Аллаха, наши убеждения относительно пророков, наши убеждения относительно сокровенного и наши убеждения относительно сподвижников посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И когда муслим узнал ответы на эти вопросы, усвоил их и начал жить в соответствии с ними, значит, он принял акиду. Для чего мы изучаем нашу акиду? Для чего мы изучаем наше вероубеждение? Для того ли, чтобы победить в споре с кем-то? Нет, конечно. Во-первых, нам нужно знать, что мы изучаем нашу акиду для того, чтобы тем самым стать ближе к Аллаху, чтобы тем самым поклоняться Аллаху. Ведь требование шариатских знаний, в особенности изучения акиды, является поклонением Аллаху. Шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахмахуллах, дал следующее определение слову «аль-ибада». Он сказал: «Аль-ибада хия смун джамиун ли кулли ма юхиббуху Аллаху ва ярдах мин аль-акваль ва аль-амали захира ва аль-батина». Ибада, поклонение, это все, что Аллах любит и чем Он доволен. То есть, говоря другими словами, это совокупность любимых Аллаху слов и дел, в которые также входят дела, совершаемые сердцем. Требование шариатских знаний, в особенности изучения акиды, является одним из лучших видов поклонения Аллаху. Потому что Всевышний Аллах сказал: «Фа'лям аннаху ля иляха илля Аллах». Знай, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Ведь Аллах не приказывает того, что не любит. А если приказал что-то, значит, Он любит это и хочет видеть выполнение этого приказа с нашей стороны. Аллах хочет, чтобы мы с искренностью, ради Его благородного лика, изучали аяты, сунну Его пророка, потому что это приближает нас к Аллаху. Чем больше узнаешь религию Аллаха, тем больше убеждаешься в Его безграничной мудрости, законы которого актуальны для всего человечества по сей день и вплоть до судного дня, в результате чего убеждаешься, что нет достойного поклонения, кроме того, кто установил эти законы. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Фа'лям аннаху ля иляха илля Аллах». Знай, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Узнавай, спрашивай, изучай. Во-вторых, нам известно, что пророк в течение 23 лет всего пророчества
обучал своих сподвижников единобожию, таухиду, призвал людей к таухиду. Обращаясь к жителям Мекки, он говорил: «Кулю ля иляха илля Аллах, туфлиху». Скажите «ля иляха илля Аллах». Скажите, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и вы преуспеете. То есть пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в течение всего пророчества обучал своих сподвижников единобожию. Более того, он внимательно следил за их поклонением, дабы не нарушилось право Аллаха на поклонение одному ему. В-третьих, никогда не будет величия и победы, счастья и процветания нашей общины без подготовки поколения с правильными вероубеждениями. Поколение, которое руководило бы нашей уммой. Ведь невозможно представить, чтобы наша община, да и любая община, сама, без изучения и следования законам Аллаха, привела бы себя к счастью и процветанию в обоих мирах. Послушайте, что сказал Всевышний Аллах в суре Ар-Ра'д в 11 аяте. «Инна Аллаха ля югайиру ма би каумин, хатта югайиру ма би анфусихим». Воистину Аллах не меняет положение какого-либо народа, пока тот народ сам не поменяет того, что в нем само. То есть свои слова, действия и убеждения. В комментарии этого аята говорится, что Аллах не лишает своих рабов благополучия, изобилия, величия и безопасности, которые стали результатом их богобоязненности и покорности Аллаху, пока тот народ сам не изменит то состояние, в котором он пребывает, перестав подчиняться Аллаху, меняя веру на неверие, покорность на ослушание, благодарность на гордый вызов. Когда народ сам меняет свое отношение к законам Аллаха, тогда Аллах меняет состояние этого народа в целом. Когда люди сами начинают разрешать запрещенное Аллахом и запрещать разрешенное Аллахом, вот тогда и происходит изменение своих слов, убеждений и поступков. То есть благополучие процветания всякой общины, всякого народа зависит от степени его подчинения законам Аллаха. Насколько он покорен и благочестив, ровно настолько Аллах наделяет этот народ могуществом и благополучием, изобилием и стабильностью. Точно так же, если какой-то народ находится в бедственном положении, унижении, то выход из этого состояния один – изменить то положение, в котором он находится, меняя неграмотность на требования знаний, ослушание на покорность, равнодушие на ревность. Выход из этого состояния – воспитание каждым из нас в себе в первую очередь, а потом и своих подопечных, правильных вероубеждений, полностью соответствующих религии Аллаха, а также в правильном призыве и воплощении этого. И самое лучшее поколение – это то поколение, которое воспитано на сунне посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Как были воспитаны сподвижники посланника Аллаха? Насколько они покорились Аллаху и его посланнику, и насколько Аллах возвысил их, покорив для них Запад и Восток? Они нам на своем примере, в своей жизни показали, что величие и мощь этой уммы заключается в его следовании законам Аллаха, субханаху ва тааля. В-четвертых, религию изучают для того, чтобы очистить общество, покорившееся Аллаху, от многобожия, которое Аллах не приемлет, суеверий и нововведений. Потому что Аллах, субхана ва тааля, не принимает деяния своих рабов без их соответствия Его законам. Ведь Всевышний Аллах сказал: «Фаман кана ярджу ликаа раббихи, фальямаль амалан салиха, валя юшрик би ибадати раббихи ахада». А кто же надеется на встречу с Аллахом, то пусть совершает благие деяния и не предает Аллаху сотоварища ни в чем. Из этого аята мы узнаем, что существует два условия принятия Аллахом наших дел. Первое условие – это искренность намерения. «Фаман кана ярджу ликаа раббихи». Кто надеется на встречу с Аллахом? Кто надеется на хорошую встречу с Аллахом, искренен с Аллахом? И второе условие – следование сунне посланника Аллаха. «Фальямаль амалан салиха», то пусть совершает благие деяния. А правильность деяний определяется их соответствием сунне посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. В-пятых, правильное понимание Кур'ана и Сунны является причиной единства мусульман.
История показала, что построение единого государства для мусульман, без их единого взгляда на законы Аллаха, не принесло должного результата. Невозможна мирная жизнь мусульман без их единых взглядов на основу ислама, без их единых взглядов на сунну посланника Аллаха, без следования пути наших праведных предшественников, саляфов, без исправления своих отношений с Аллахом, изучая его религию, а потом и практики этих знаний в своей жизни и подражая пути нашего посланника, а также его нравам, которого Аллах, Субхана ва Тааля, похвалил в Коране, сказав: «Ва иннака ля аля хулькин азим». Воистину, ты великого нрава. И когда наше понимание основ религии будет правильным, тогда и будет довольство Аллаха над нами, выражающееся в сплоченности и процветании всей нашей общины и в благополучии, каждого из нас в отдельности. Поэтому нам всем нужно вернуться к истокам нашей религии и черпать свою религию с Корана и достоверной сунны. Всевышний Аллах обратился к нам: «Я айюха ллядина аману, о те, которые уверовали, атиу Аллаха ва атиу ар-расуль, подчинитесь Аллаху и подчинитесь посланнику, ва улиль амри минкум, и подчинитесь вашим мусульманским правителям и ученым, фа ин таназатум фи шайин, фаруддуху иля Аллахи вар-расуль». А если вы в чем-то и препираетесь, спорите, то обратитесь за решением этой проблемы к Аллаху и его посланнику, то есть Корану и Сунне. «Ин кунтум тумину билляхи валь яум аль ахир». Если вы уверовали в Аллаха и в судный день, «Залика хайру ва ахсану тауиля». Это, несомненно, лучше, в этом благо. И это лучше исходом своим. Что необходимо для усвоения акиды? Мы сказали, что акида состоит из аятов и хадисов, принятие которых требует от нас Аллах. И для их усвоения нам необходимо в первую очередь постоянное очищение от неверия и ширка многобожия. Потому что Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, обратился к своему любимому пророку, суре Аль-Муддасир. А когда Аллах обращается с каким-то приказом к своему пророку, то этот приказ касается всей уммы. Этот приказ касается каждого мусульманина. Аллах, Субхана ва Тааля, обращаясь к пророку, сказал: «Я айюха аль-муддассир, о завернувшийся, кум фа андир, встань и увещевай, ва раббака фа каббир, и Господа своего величай, ва сиябака фа тахир, и одежды свои очищай». И в одном из тафсиров последнего аята «ва сиябака фа тахир», «очищай свои одежды», говорится, что под этими словами имеется в виду очищение своего поклонения от примеси многобожия. Конечно же, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, никогда не совершал многобожие, потому что пророки не причастны к подобной неблагодарности Аллаху. Однако, под этим приказом имеется в виду дальнейшее усердствование, достижение высшей степени искренности своего поклонения Аллаху, субханаху ва тааля. Ведь ислам — это религия единобожия, религия таухида, религия поклонения одному Аллаху. Необходимо освобождение, избавление наших сердец от примеси ширка и грехов. Послушайте, что Всевышний Аллах сказал в суре Аль-Маида: «Иннаху ма юшрик биллях, факат харрам Аллаху алейхи ль-джанна». Воистину, кто предаст Аллаху сотоварища в поклонении, то Аллах сделает ему рай харамом, «Ва ма'ваху ан-нар», и его пристанищем будет ад, «Ва ма лиз-залимина мин ансар», и не будет несправедливым никакого помощника. То есть Аллах, Субхана ва Тааля, в этом аяте назвал того, кто предает Аллаху сотоварища в поклонении, залим, несправедливым, потому что он направил свое поклонение кому-то, кроме Аллаха, в то время, когда Аллах сотворил его и дал ему все. А про тех, которые уверовали, Всевышний Аллах сказал: «Фама якфур биттагути ва юмин билля, факад истамсака биль урвати львузка». А кто же не верует в тагута и верует в Аллаха, тот поистине ухватился за самую надежную рукоять,
А тагут – это всякий объект поклонения, которому поклоняются помимо Аллаха. Будь то идол, могила, огонь, свет, добро, зло, ангел, праведник и так далее. То есть, если ты отвергаешь поклонение кому бы то ни было, кроме Аллаха, стараясь искренне поклоняться одному Аллаху, то ты ухватился за самую надежную рукоять. То есть ты на верном пути, который приведет тебя к цели твоих чаяний, а именно довольству Аллаха и вечному раю. Также для правильного понимания нашей религии нам нужно избавляться от остальных грехов, перестав совершать их в первую очередь и искренне раскаиваясь в них. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Куллю бани Адама хатта, ва хайруль хаттаин ат-тавабун». Все дети Адама ошибаются, а лучшие из ошибающихся – кающиеся. То есть все люди ошибаются, совершают грехи, а лучшие из ошибающихся – кающиеся. Потому что по мере раскаяния Аллах прощает тебе грехи и очищает твое сердце для света веры. Более того, Аллах может заменить твои грехи на хорошие деяния. Эти грехи, если не каяться постоянно, мешают проникновению света имана в сердце и могут укрепиться в нем, приводя хозяина этого сердца к пику ослушания Аллаху, а именно к неверию и произволу. Упаси нас Аллах от этого. И по мере очищения сердца от грехов в нем будет крепнуть свет веры в Аллаха, даруя этому сердцу спокойствие и безмятежность, радость и наслаждение. Всевышний Аллах сказал: «Аля бизикриллахи татмаиннул кулюб». Разве не поминанием Аллаха успокаиваются сердца? Что нам поможет понимание нашей религии? Что нам поможет в понимании нашей веры, в требовании знаний? Если нам трудно понимать аяты, если нам трудно понимать хадисы посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, что нам тогда поможет? Что нам поможет? В первую очередь, необходимо человеку понять, что он раб Аллаха, нуждающийся в нем, будь то в обыденной жизни или же в поклонении. Всевышний Аллах сказал: «Я айюхан нас, антумуль фукарау иля Аллах». О люди! Вы все нуждаетесь в Аллахе. Так что нужно реально осознать и почувствовать свою беспомощность перед Аллахом. Во-вторых, следует также осознать, что Аллах, в свою очередь, не нуждается ни в нас, ни в нашем поклонении. Потому что Всевышний Аллах после того, как сказал: «Вама халяхтул джинна валь инса илля лиябудун», «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». После этого аята Аллах сказал: «Ма уриду минхум мир риски, ва ма уриду айют имун». «Я не прошу у них какого-либо удела и не прошу накормить меня». Наоборот, у него находится хранилище всех богатств. Ведь он сказал: «Ва им мин шайин илля индана хазаину, ва ма нуназилюху илля бикадарим ма'лум». «Нет таких вещей, хранилищ которых не было бы у нас, и не спосылаем мы их только в известной мере». Сокровища знаний, помощи, тауфика, наставления на правильный путь, успеха, благочестия, богобоязненности, богатства, детей, источники всего, что есть в этом мире, находятся у Аллаха. И если ты хочешь дополнительно еще чего-то, то тебе надо усердствовать дуа, следуя приказу Аллаха, в котором Он сказал: «Вакаля раббукум удуни астаджиб лякум». И сказал ваш Господь: «Просите меня, и я отвечу вам». И мусульманину также следует знать, что Аллах обязательно ответит на его дуа. Аллах обязательно ответит на его дуа, на его мольбу. Потому что одним из признаков того, что Аллах ответит на дуа, является то, что Аллах дал ему тауфик обратиться к Аллаху с дуа. То есть, если ты смог обратиться к Аллаху с дуа, то знай, что Аллах обязательно ответит на твой дуа. И ответ Аллаха заключается в одном из трех. Или Аллах ответит на твой дуа на этом свете, дав тебе то, что ты просишь. Или Аллах припасет этот ответ на судный день, дав тебе компенсацию, которая гораздо, намного лучше того, что ты просишь на этом свете.
Или Аллах отведет от тебя одно из несчастий и бед этого мира по мере того, что ты просишь. Так что в любом случае, когда мусульманин взывает к Аллаху с дуа, он в выигрыше. Поэтому если мы хотим, чтобы Аллах нам дал больше понимания религии, больше стараний в поклонении, нам нужно усердствовать дуа. И если ты хочешь приблизиться к Аллаху своей верой, то тебе нужно узнать своего Господа, насколько Он всемогущий и всезнающий, силен и непокорим, а потом узнать и себя, насколько ты нуждающийся в Нем раб. И когда ты осознаешь это, твое сердце должно сломиться под натиском той силы, которая следит за тобой. И тогда Аллах, Субхану ва Тааля, наделит тебя и богобоязненностью, и помощью в совершении благих дел. А если же на тебя все эти познания не подействовали, и твое сердце осталось непоколебимым гранитом, то знай, что ты хорошо не узнал ни себя, ни своего Господа. Итак, когда твои требования знаний приближают тебя к Аллаху, помогает тебе больше совершать благих дел на пути Аллаха, вот тогда и называется это полезными знаниями, которые ты узнал. Но если нет такого результата, то надо снова и снова усердствовать в требовании знаний, сверяя свои книги с книгами больших ученых и дальше очищая намерения. Что нам нужно предпринять, чтобы привить в наших детях правильные вероубеждения? Мы сказали, что нам нужно воспитать поколение с правильной акидой, потому что наши дети – это будущее нашей уммы. И то, чем занимаются наши дети сегодня, этим и будет заниматься наша умма завтра. И если наши дети сегодня изучают, читают аяты и хадисы посланника Аллаха, учат эти аяты и хадисы, значит, они завтра, иншаллах, будут воплощать эти смыслы в своей жизни. Одним из важнейших факторов воспитания детей является лицезрение своего воспитателя, практикующим свои знания в повседневной жизни. То есть, когда отец исповедует и следует своим знаниям, тогда ребенок лучше, больше подвергается воспитанию, лучше воспринимает это и подчиняется. Представьте, что идет отец с сыном по улице. Вдруг неожиданно на голову отца падает какой-то предмет и рассекает ему голову, после чего тот начинает кричать, ругать и проклинать того, кто выкинул это. А потом в один из дней он садится и учит своего сына «Аль-Иман фил-Кадр» — веру в предопределение, что все хорошее и плохое происходит по воле Аллаха, и что нужно проявлять терпение, когда человека постигает какая-то беда или боль, потому что Аллах предопределил ему это, и оно не могло его миновать. Разве сын поймет ли урок после этого? Нет, конечно, никогда не поймет. Необходима практика этих знаний в жизни. Если он будет практиковать, а потом еще и объяснить сыну, вот тогда возможен положительный результат. Наши праведные предшественники, саляфы, сахаба, сподвижники посланника Аллаха и те, кто последовали за ними, обучали своих детей Кур'ану, хадисам, книгам по акиде. Они побуждали их заучивать также книги по акиде и любили заниматься этим делом. Также и нам нужно постепенно переходить к такому виду обучения, а именно к практике этих основ нашей жизни на глазах наших детей и дальнейшему обучению их после этого. Второе. Всячески побуждая наших детей к требованию шариатских знаний, мы должны учить их в первую очередь простым истинам, первостепенной важности, легким для понимания, а результат за Аллахом. Именно Он наставляет на путь правый, и только в Его руках находится власть над сердцами всех Его творений. С нас же требуется только принятие правильных решений и действий в соответствии с Кораном и Сунной посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. А теперь давайте рассмотрим, какими же путями составлялись учеными книги по акиде. Ведь мы знаем, что во время посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижников, не существовало такого разделения наук, как сегодня, а именно фикх, акида, сира, тафсир, нахву и так далее.
Все эти науки существовали в виде Кур'ана и хадисов от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Эти аяты и хадисы включали в себя все эти науки. И сахаба, и табиины отличались умением правильно понимать эти аяты и хадисы. Со временем мусульмане стали все меньше и меньше заниматься требованием шариатских знаний, что послужило причиной того, что сузилось понимание этих аятов и хадисов простыми людьми. И ученым пришлось разделить все на науки, чтобы легче было народу воспринять религию Аллаха и поклоняться Ему. Первый путь составления книг по акиде – это путь первых мухадисов, хадисоведов, которые в своих книгах по хадисам составили отдельные главы для вероубеждений. А именно возьмем пример имама Аль-Бухари, рахимахуллах, который в своей книге, известной сегодня как «Сахих Аль-Бухари», отвел отдельную главу для вероубеждений, назвал ее «Китабу Таухид». Или имам Муслим, он составил в своей книге отдельную главу, назвал ее «Китабу Иман». Другой путь составления книг по акиде – это когда ученый собирает все аяты и хадисы, связанные с акидой муслима, и пишет отдельную книгу, например, «Китабу Иман» имама Ибн Аби Шейба, рахимахуллах. То есть в такой книге собраны все аяты и хадисы, связанные с вопросами про иман, таухид, единобожие, сахаба, сподвижников, сокровенное, рай, ад и так далее. Следующий путь составления книг по акиде – это книги опровержения. Когда один из ученых пишет опровержение той или иной заблудшей группе из числа мутазилитов, шиитов, джахмитов и так далее, он тем самым защищает религию Аллаха и разъясняет людям правильное понимание сунны. Есть еще иной путь составления книг по акиде. Это более подробное и тщательное рассматривание каждого вопроса акиды. Например, одной из таких книг можно назвать книгу Ибн Таймии «Аль-Иман». И последний путь составления книг по акиде – это краткий обзор всех аспектов нашей религии, всех вопросов нашей религии, будь то вопросы, связанные с иманом, или нашей позиции к пророкам, или сокровенному, или же вопросы нашего каждодневного физического поклонения. Например, вопросы намаза, поста, заката и так далее. Эти книги хороши тем, что они легки для усвоения начинающим учиться своей религии. Одной из таких книг можно назвать книгу имама Абу Мухаммад Абдиллах ибн Аби Зейд Аль-Кайрауани Аль-Джамия. Кроме затрагивания акиды муслима, он рассматривает вопросы видимого поклонения, например, намаз, закат, хадж, а также рассматривает правила поведения мусульманина в повседневной его жизни. А теперь давайте подведем краткий итог всему вышесказанному. Цель сотворения людей и джиннов – поклонение одному Аллаху, ни в чем не предавая ему сотоварищей, а поклонение – это угодные Аллаху слова, действия и убеждения. Существует два вида убеждений. Первый вид убеждений – это убеждения, соответствующие божественному откровению. Эти убеждения называются «Аль-Акидату Сахиха» – правильная акида, правильное убеждение, ведущие к счастью в обоих мирах. Второй вид убеждений – это убеждения, противоречащие Кур'ану и Сунне, противоречащие религии Аллаха. Поэтому они называются «Аль-Акидатуль-Фасида», то есть испорченная акида, испорченные убеждения, приводящие к далеко не радужным последствиям. По сути, акида – это убеждение, на которое указывают определенные аяты, на которые указывают аяты и хадисы посланника Аллаха, и которые должны укрепиться в сердце каждого мусульманина. Понятие акиды в целом существовало во время посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижников, рады Аллаху анхум аджмаин. Но отдельно, как наука, была выведена позже великими учеными нашей уммы с целью облегчения понимания религии Аллаха. Мы изучаем нашу акиду для того, чтобы тем самым стать ближе к Аллаху, потому что изучение акиды является одним из самых любимых Аллахом видов поклонения. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, уделял огромное внимание воспитанию акиды у своих сподвижников, ради Аллаху анхум аджмаин. Спасение и безопасность, величие и процветание нашей уммы заключается в изучении своей религии, особенности акиды. А потому что, изучая именно акиду, мы очищаемся от ненавистного Аллаха многобожия и разногласий между собой.
которые подрывают силу нашей уммы и ее единства. Мы также сказали о необходимости выведения нового поколения, поколения, воспитанного на сунне посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, поколение, которое руководило бы нашей уммой, которое полностью соответствовало бы тому описанию, которым Аллах описал нашу умму, сказав: «Кунтум хайра умматин, ухриджат линнас». Вы являетесь лучшей общиной, выведенной во благо человечества. «Та'муруна биль ма'руфи ва танхауна аниль мункар». Приказывая, повелевая совершать одобряемое и удерживая от порицаемого. «Ватумину билля» и веруя в Аллаха. Необходимо притворение знаний в нашей повседневной жизни и обучение наших детей наукам первостепенной важности и легким для понимания. Перейдем же к основам нашей религии и начнем со следующего урока изучения простых истин первостепенной важности, откладывая второстепенные вопросы на потом. Но нет второстепенных вещей в исламе. Каждый аят и каждый достоверный хадис на пределе важности. Однако мы говорим о том, кто только начал знакомиться с исламом и хочет пройти дальше по этому воистину героическому пути знакомства со своим Господом и дальнейшего ее признания единственным заслуживающим поклонения. Давайте же отправимся в это увлекательнейшее путешествие в мир, называемый исламом, и познакомимся поближе с тем, который сотворил нас и поселил на этой прекраснейшей планете, называемой нами Земля, и узнаем, что же все-таки Он хотел от нас, поставив нас наместниками на этой земле. Я прошу милосерднейшего Аллаха, чтобы Он дал нам правильное понимание религии. Аллахумма факкихна фид-дин. Аллахумма гфир лана зунубана. О Аллах, прости наши грехи. Ва таваффана маль абрар. И заберите наши души с праведниками. Оставайтесь с нами. Акулю каули хаза. Ва астагфиру Аллаха ли и валякум. Ва ахиру да'вана. Ани лхамду лилляхи раббил аламин. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.